Ты уверен, что выключил питание? Да! На щитке с пробками загорелся красный индикатор. О, кстати! Мой доктор сказал мне сегодня утром, что я дальтоник. Ты что, тупой? Кто-нибудь, отнесите его к вертушке, то есть в больницу. Ну и кто отработает его смену? Не я. Ни за что. У меня дела. Не. Ну не. Может быть, я? Ты водопровод прокладываешь, а не мир спасаешь, дубина. Ладно, тебе нужна спецодежда. Ты отдай ему свою спецовку, шлем и молоток. Оу, да ладно, найду что-нибудь. Эй, чё пялишься на эту бочку? От работы Конан не дохнет. Толкай! Теперь надо разыскать моего связного. Шевелись, дверь перед тобой! На что тебе лом дали? Разберись с этим щитком, с пробками, но так, чтобы от нас не требовали возмещения ущерба. Ты, Джимми? Есть задание от Рекса. Он хочет, чтобы ты украл кран с этой стройки. Мне пора. Очень вовремя, надо признать. Вот бы сейчас кофейку хлебнуть. Умираю, как хочется кофе. До следующего перерыва на кофе всего полчаса. Ломай ты этот ящик. Мы же неудержимые. Спину ломит от этих блоков. Весь день только ими и занимаюсь. А с гантелями не пробовал? Пробовал, но прорабу это не понравилось. Так, запишем. Подарок на Рождество – новые ворота. Паровой каток – это, конечно, круто, но, может, у вас найдется что-нибудь побольше? Ну, и кран, например. Доверить тебе кран. Спасибо. Докажи мне, что ты крутой работяга. Отремонтируй механизм подъемника. Кажется, какой-то растяпа оставил детали в том бассейне. Yeah.
Как им втолковать, что я не люблю кофе? А если я скажу, что люблю чай с бергамотом, они уволят меня, что ли? Думаю, что мою сестру уволили из полиции только за то, что она не любит пончики. Хотя украденный компьютер тоже мог сыграть. Я мог бы быть архитектором. Рисуешь себе картинки или домики. 5 лет я только этим и занимался. Наш прораб мне кого-то напоминает. Как проект продвигается? Ну, со вторым этажом проблем не было. А вот третий — это совсем другая история. Я не понимаю, о чем они толкуют! Я отбойный молоток вообще из рук не выпускаю! И ничего! Если бы мы пили меньше кофе и больше работали, то уже давно бы все построили. Надеюсь, нам больше не придется строить по чертежам этого Эшера. На молоток бери. Что, забыл, как им пользоваться? Пойдешь на мой спецтренинг вспомнить все. Ты что творишь? Пробей трубы! Я себе уже все пальцы на руках молотком отбил. Пора что-то менять. Отбить пальцы на ногах, что ли? Yeah.
Ну, ты уже нашел эти детали? Разыщи детали! Шевелись! Почини механизм подъемника! Мы отстаем от графика. Сегодня уже шестой день. Опусти ящик с помощью подъемника! Используй подъемник! Давай! Здесь вообще кто-нибудь еще работает? О, извини, мы работаем без компромисса. Хочешь порулить краном? Натерли? Пройди через дверь наверху. Кто выложил там стену? Идиоты! Разнеси ее на куски взрывчаткой! Давай, давай! Ты что, глухонемой, что ли? А? Молчишь? Отлично! Ты должен быть не плетущимся, а бегущим человеком! Взрывчатка на складе! Лифт не работает. Отремонтируй щиток с пробками над ним. Каска сегодня пришлась как нельзя кстати. До сих пор шишка от этого блока. Ты что, лифтом не умеешь пользоваться?
Потуши огонь! Погоди-ка! В здании пожар, что ли? Какой придурок устроил в здании пожар? Перекрой газовый вентиль! Поднатужься! Что ты топчешься? Да выломай ты эту дверь! Ну что ж такое? Тут где-то должен быть еще один. Я чем-то могу помочь? Сомневаюсь. Я уронил ключ на навес над воротами, и сторожевой пес куда-то его утащил. А может, просто отобрать этот ключ у собаки? А, да, конечно. Ты не поверишь, но мне еще обе мои руки нужны. Если бы я только не съел мой обед, сейчас мог бы выманить этого пса из его конуры. Не возьму в толк. Зачем ему ключ, когда он по уши костями завален? Он примчится к тебе, если ты поманишь его косточкой. Если это все зря, то крану кранты. Ты раздобыл ключ, приятель! Да ты просто спас меня! Давай, открой с его помощью проходную. О, вот ты где! Чу, как ты? Я не Альберт, а Вернер, его брат-близнец. О, как! Ха, я представлял тебя иначе. Ну? Ты хочешь порулить краном? Да. Для начала нужно его собрать. А. Ну же, строй уже! Еще немного блоков, и можно использовать эту чудо-постройку.
Думаешь, что можешь управлять краном? Докажи! Пригони кран к этому зданию! Шевелись! Бери трубы с помощью крана. Я могу поднять их голыми руками. Ха-ха. Теперь бросай ее и куда следует. И не испачкай тут ничего. Стиратель нам не по карману. Теперь принимайся за следующее. Ты куда-то уходишь? Расслабься. Я вернусь. Надеюсь, ты не расстроишься, если через минутку крана здесь не будет. С его помощью я доберусь до Рекса. Длиннющей рукой правосудия. Ха, а ведь недурно получилось. Раздобыл кран, Джимми? Супер! Рекс будет в полном восторге! Да, теперь пора отогнать его к Рексу, где бы он ни был. Ха-ха-ха, ты такой юморист, Джимми! Кран нам нужен совсем для другого. Я открою ворота, чтоб ты мог выехать. Вылазь из крана, Джимми! Сейчас! Уже вылезаю! Здорово! Спасибо! Я сам отгоню его к обсерватории. Оставайся на стрёме и смотри в оба. Чую, что кто-то левый попытается сегодня просочиться в банду. Чё? Ничего!
Увидимся на месте через 10 минут. Понял? Понял. Я гений маскировки. Надо было именно сегодня забыть очки.